там разрушение на землю. А, вот все будет. Я лежу, вот это принимаю. За него ходят по кабинетам. Он А это не является государственным конференцией? Не является. Я могу сказать, что может нам не нужно. Вот больше вот таких. Она реализована, у них подпели тысячи. Мы ищем себе. А вот банк инновационных идей, он в России еще не реализован. Нет. Возможно, вы будете продукцию. Так, поиск импортера, это отдельная тема, да? Просто вот это и копирация. Есть одна идея. Шикарно. Ее предложили вот министр. Надо... Министр ее согласовал. Сейчас ее надо расписать. Так, коллеги, я теперь предлагаю нам всем здесь собраться и попробовать ваши идеи. Проранжировать, да? То есть мы ранжируем их по горизонтали и по вертикали. А этот у нас показывает критичность, то есть это для нас, для экономики, для бизнеса, это существенная проблема, да, не существенная, средний барьер, или там прям все, высокий барьер, это прям огромная для нас проблема. И по вертикали, когда мы говорим, мы должны с вами определить, где можно решить эту проблему, кто ее может решить. Я сам, например, предприниматель, могу ее решить, эту проблему? Да, значит, мне в этот стол. Если мне нужна для этого помощь региона, города, муниципалитета, тогда мы клеим это вот в эту колонку. Если для решения этой проблемы мне нужна прям помощь федерального центра, тогда клеим вот в эту колонку. Я прошу всех поучаствовать в этом. И давайте попробуем все вот наши стикеры наклеить вот в эти колонки. Могу я сам решить? Сначала давайте определим критичность этих проблем. Мы просто вот не смотрим на вот эти, определяем, да, существенные проблемы, существенные или критичные. Да, смотрим только сюда. Давайте. Риски достижения показателя самозанятых 60 тысяч. Насколько это? Нам преподавателей надо на обучение. Чем? Самозанятым? Чем у них проблемы? Понимаете, потому что книжки... Коллеги, как это было? Банк инновационных идей для создания бизнеса. Это не критично, но это важно. Коллеги, как вы думаете, это индивидуальный проект менеджмент? То есть если у вас в бизнесе есть какая-то новая идея, вы можете как-то государство, хотелось бы вам иметь личного проекта менеджмента, который скажет, какой бы этот документ собрать, как его содержать, еще бесплатно. Вот говорят, что институт очень будет занят, и у него не будет времени. А ваше мнение, если вот эту идею запустить в народ, да, и заменить на подобие как человек, в этом лице. МКЦ же он принимает все на это дало. А МКЦ он будет отвечать на вопросы. Вот я звоню, вот мне, допустим, Сейчас мы всех слышим. Динар говорит нам о том, что есть человек, который
вам скажет. Я не понимаю, как перевести землю. Не переведи за меня. Это не ваша разница. Вы говорите, мне нужно перевести землю. Да, это больше. Очень потрогательно. Говорите, мне документы застрелили. Он не смотрит там, по-моему. Не приугадаешь. Все, он уже по своей служебной линии, он звонит хотя бы, просто знает, что там у такого-то предпринимающего. Не только, у него есть свой KPI, он должен сроки сократить, чтобы у вас не зашли. Они сядут, они у нас там еще одного. Коллеги, наш вопрос только в уровне, вы сейчас уже обсуждаете саму проблему. Тут вопрос только существенный или существенный. Информация нужна о тех людях, которые работают в Беларуси, в Казахстане, с узбеками там. Просто информация. Функционал уже будет. Давайте поставим на задание. Это будет очень прикольно. Если я обратился, никто не решит, как предприниматель, а если позвонил, то слушайте, сразу решил. Административные барьеры, всевозможные административные барьеры, на ваш взгляд, это не проблема. Банки. Разные, то есть это самый верный. Об оформлении... Вот для вашего бизнеса, в чем дело? Во всем, начиная от получения. Вот вы землю подняли, поскольку тяжелый, да, вообще? Абсолютно помощи со стороны банка. Наш банк, в котором мы работаем. Да, а мы вам подразделим. Никакой информации. То есть пока у тебя нет оборотов 20 миллионов рублей. Какие у вас вообще все какая-то проблема? Наш продукт, Давайте под конкретные задачи. Наверняка вы не знаете о всех мероприятиях. Коллеги, а теперь давайте попробуем на каком уровне мы можем решить.
решить эту проблему. То есть для решения этой проблемы мы сами можем ее решить, да, там бизнес может решить. Нам нужна помощь региональных властей или муниципальных властей, или нам нужна помощь федералов. Я сразу скажу, финансирование регион и срок, да, это федеральные блоки, а там налоги на что ли? Налоговую нагрузку, она так, федеральная, окей. Административные барьеры, какой уровень? Не знаю. Сами решите. Какой уровень? Я предлагаю это на стыке сделать, российского уровня. Нет, то есть кто может решить эти проблемы? Это мы можем решить сами, зарегистрироваться и мы сами можем это решить? Нет, федерация же регулирует, как какие виды смазания. Мы же сделали, ничего принять нельзя. Сейчас, вот вы зарегистрируете смазание? Вот зарегистрируйте, проблема решить, как она считает, что это личное лицо. Дефицит качества, это же такие материалы. Площадь, нет площади. Все на вас. Если компетенции хватит, то региональные. А вы сами не можете создать этот банк? То есть как бизнес-проект? Там же должны быть все сферы. То есть мы только пищевкой занимаемся, нам не интересны остальные сферы. Соответственно, эта задача будет. Скажите, а может ли бизнес, не знаю, там вот у нас бывает группа компаний, да, создать несколько три представителя? Кластер. Создать кластер, создать может, сайт, где бы вы собирали, пылесосили все идеи. То есть это как вид бизнеса. Может быть, а если я захочу вам, я могу к вам прийти и сказать, ребят, ну что открыть бизнес? Вы мне говорите, плати 100 рублей, мы тебе дадим доступ, где написано там, где пишут. Для вас какие бизнесы или нет? Но это будет для дополнительный конкурент, я думаю, все-таки лучше, чтобы этим государством не было. Окей, идем. Да. Нет индивидуальных проектов менеджеров. Нет, это даже Можно на 2 минуты прерваться на кофе или можно перейти к части уже по решению. Да, и потом уже перейти к решению проблем. Коллеги, у нас группа МСП ранжировала уже. Как раз который выбрали управление международной деятельности. Предлагаю ранжировать и потом 2 минуты попить чай и перейти уже к решению, к поиску. Вы заходите. Лучше сначала ранжировать и потом перейти уже к поиску решений. И, соответственно, группа по производительности труда тоже ранжируем, чем пьем чай и переходим к поиску решений. Очень мало Нет.
Нажал, во что ты, да сразу все выгружается из этих. Все выгружается давным-давно.
Я уверен, что процесс в министерстве есть эти списки, листы, все остальное. И ННР организация давным-давно не заказывает. Если вы наберете ННР, моя организация вам весь этот пакет выберет. Он там есть. Ну тогда я здесь потеряюсь. Ну как бы, ну вот как бы, две недели потерянного времени. Вот. Не будет хорошего человека, если честно. Это тоже боюсь. Да, если мы перейдем на этот формат, тогда я буду встречаться. Я думаю, они больше. Прогрессивно развития. У нас время на общение. Чем у нас будет бумажек? Лучше общаться, чем бумажек. Представляете, это микрозайм, а если я сейчас пойду за займом на развитие экспорта, на покупку оборудования, миллион долларов. Я на 5 миллионов бумажек собрала, а если 50 миллионов, я буду. Одной бумажкой. До сих пор банк одну бумажку не берет. Давайте соберем. Да, электронный документ оборот. Нет, именно электронный документ оборот. Отсутствие, да, электронного документа. То есть ухаживать сложно? Ну, все же базы есть. У вас знаете точно 100%. И у вас, и у вас. Но все. То есть нет такого, куда сертификат давно, чтобы просто не на источник. Есть инфо давным-давно. Есть. Просто кнопочку надо. Вот мы к нотариусу сейчас идем, да? Мы же не несем уже справки об отсутствии налог нотариуса. Понимаете, он все. Я знаю, что это не сделано. Там было, кстати. Если часто у нотариуса база доступна, я думаю, вам она тем более должна быть доступна. Доступ в СИС на год стоит всего 3000 рублей. Серьезный блокирующий барьер.